Привет! Меня зовут Аня Грузинская, я скрипачка и YouTube-блогер из Брюсселя. На своем канале вот уже 2 года я рассказываю о нюансах поступления в европейские консерватории. За этот период я уже рассказала вам о том, какие документы необходимы для поступления, как проходят вступительные испытания, брала интервью у музыкантов из европейских стран. Но несмотря на то, что в своем блоге я даю исчерпывающую информацию по этому вопросу, мне продолжают поступать личные сообщения и комментарии с вопросами. Это навело меня на мысль, что людям необходим индивидуальный подход и ответы именно на их вопросы. Поэтому сегодня я запускаю свой сайт, на котором у вас есть возможность забронировать личную консультацию со мной в любом удобном формате, текст или видео, а также, конечно, уроки скрипки. Сейчас я хотела бы провести вас по своему сайту и рассказать, как можно забронировать консультацию и как здесь все устроено. Итак, попасть на мой сайт очень легко. Вы вводите в поисковую строку grusinskaya.com и попадаете на мой сайт. Здесь на стартовой странице вы можете сразу же найти 4 вида консультаций, которые доступны в настоящий момент. Это текстовая консультация, видеоконсультация, урок скрипки, а также комбинированные консультации плюс прослушивание, опция специально для скрипачей. Кликнув на карточку товара, вы можете подробно ознакомиться с каждой из услуг. Также на главной странице вы можете почитать отзывы людей, которые уже со мной поработали, как с консультантом, так и с преподавателем скрипки. Давайте я вам покажу, как забронировать консультацию на сайте. Допустим, нас интересует видеоконсультация. Для того, чтобы получить консультацию, нужно сначала ее оплатить. Для этого мы добавляем ее в корзину. Товар в корзине. Варианты оплаты с банковской карты, с любой, Visa, MasterCard, Мир. Заполняем наши данные, email. Это, кстати, мой email для связи. Номер телефона не будем указывать. Далее вас перенаправляют на страницу оплаты. Это сервис YouMoney, это мой кошелек. После оплаты консультации вы получаете подтверждение оплаты заказа и номер заказа на email, а я получаю уведомление о том, что кто-то купил ту или иную консультацию. В течение 24 часов я связываюсь с вами. После оплаты консультации порядок действий следующий. Мы согласуем с вами время на ближайшие 2 недели, когда мы сможем созвониться, а вы присылаете мне примерный список вопросов, направления, в котором мы будем идти, о чем конкретно мы будем говорить, для того, чтобы я тоже могла подготовиться, и мы максимально эффективно использовали это время. Длительность видеоконсультации 30 минут. Также для тех, кто не хочет созваниваться и, может быть, боится или стесняется, есть опция текстовой консультации. Она стоит дешевле, но у вас не будет возможности именно со мной поговорить и задавать много каких-то мелких вопросов, которые всегда появляются. Также на сайте вы можете почитать информацию обо мне. Я сделала небольшую биографию, а также опубликовала все свои дипломы и награды. Если интересно, обязательно почитайте. Еще на сайте есть раздел «Блог». Я хочу вести текстовый блог. Первый пост на моем блоге — это «Как выбрать консерваторию для поступления за границу». И, конечно же, этот текст отсылает к самому первому моему видео на канале, того, с чего все началось и к чему мы сейчас пришли. Это «Как музыканту уехать в Европу». Надеюсь, использование моего сайта будет для вас понятным и простым, и вы сможете забронировать интересующую вас консультацию по поступлению в консерватории или, например, по игре на скрипке. Делитесь моим сайтом с друзьями, если им это интересно, и подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока!